Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня я вам покажу, как запускать моды на Hello Neighbor при помощи модкита, ну то есть Unreal редактора, как бы не модкит. Короче, я недавно начал снимать моды через модкит, не через Steam, и я сегодня покажу, как это делается. Во-первых, нужно скачать Epic Games Launcher, то есть лаунчер от игр от Epic Games. Скачать его можно вот на этом сайте, я оставлю на него ссылку под видео. Очень надеюсь, что не забуду оставить ссылку, а то часто забываю. Короче, скачиваем, устанавливаем. И так, все программы, вот он. Мы его запускаем. Открываем. Давай, давай, открывайся. Лаунчер довольно требовательный, поэтому может долго открываться. Давай, 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 во. Так, вот идет запуск программы. И вот единственный минус ее, я бы так сказал, это какая-то странность или может что-то еще. Ну, в общем, короче, когда я тут регистрировался, там почту свою вводил, пароль вводил. Все вроде как правильно. Регистрируюсь, и, короче, и почему-то вместо ника моего отображается мой пароль. Но вы его сейчас не увидите, потому что, чтобы его увидеть, там надо нажать на кнопку своим аккаунтом. Ну, естественно, я вам его не покажу. Ну, впрочем-то, пароль там старый мой, не тот, который сейчас на моем YouTube аккаунте, потому что вы же все помните, наверное, ту историю с Антимаксимадзе, который взломал мой аккаунт, удалил там несколько видео, и мне пришлось поменять пароль. Короче, прикол такой, я это обрезал сразу же. Там, короче, внизу появилась надпись «Добро пожаловать» и мой пароль, конечно же. Естественно, я это вырежу так. И, короче, здесь нам надо искать в магазине. Пишем «Hello Neighbor». И вот «Hello Neighbor Mod Kit» у нас появился. Собственно говоря. И тут будет кнопка «Загрузить», он бесплатный. Нажимаем кнопку «Загрузить», он загрузится, и вот он здесь появился. Я вот сразу же тут нажал «Запустить» отсюда. Правда, он у меня на рабочем столе сразу появился, кстати. Я мог оттуда загрузить. Ну ладно уж, давайте запустим отсюда. Так, ну вот этот мод Third Floor, который мы недавно проходили, что-то ругается. Да-да-да-да-да-да-да. Games Launcher у нас закрылся. И вот здесь у нас пошла загрузка этого модкита. Она тоже довольно-таки долгая. Так что подождем. Здесь у нас первый запуск вообще будет самый долгий. Следующий запуск будет немного быстрее. Что тут у нас написано? Unreal Editor. Права. 1998 по 2018. Ничего себе, как давно. Целых 20 лет у них тут. Да, 50% у нас быстренько загрузились, но вот следующие будут немного медленнее. 55, 70, 71. Давай, давай, грузи быстрее. Главное, не нажимайте левой кнопкой мыши сюда, а то она может зависнуть. Ну да, сейчас она быстро загрузится, наверное. При первом запуске она долго будет загружаться. Давай, давай, давай. Мне надо обзорчик показывать. Ладно, пока. Ладно, короче, пока грузится программа, я вам покажу, откуда моды обычно качаются. Вот с этого сайта moddb.com. Отсюда почти что все моды для Hello Neighbor качаются. Тут можно вон найти. Сейчас открыта страница с модом, который прислал подписчик. Hello Neighbor Project Prototype. Demo Build 1. И, короче, тут... Давайте назад вернемся.
Что-то глючное какое-то. Вот сюда, наверное, нажать лучше. Вот страница сама с модом. Тут картинки можно увидеть. Всякие. Ну и чтобы скачать, тут надо найти вот это вот. Files. Вот демо билд 1 у нас доступно. Нажимаем вот тут скачать. Либо здесь. Или если тут оно не будет качаться, то через вот это качаете. Выбирайте какое-нибудь любое. Рекомендую выбирать самое, где наибольше всего вот этих downloads. И там качается. Ну давай же, грузись-то быстрее! Короче говоря, давайте зайдем в папку, где у меня лежат эти самые моды. У меня это диск E. Так, вот этот скачанный мод. Он у меня уже скачанный. В следующем выпуске я буду как раз таки проходить его. И давайте пока мы его закинем. Так, Games. Hello Neighbor Mod Kit. У меня вот сюда она установилась. Так, дальше плуджинс. Обычно сюда моды кидают, но иногда... Ну вот, например, Hello Future. Что-то оно не отобразилось тут у меня, когда я модкит запустил. Пришлось другую папку закинуть. Если это также не сработает, то я вам покажу другой способ. Можно еще также закинуть в контент Maps. Вот я сюда Hello Future закидывал. Вот здесь оно, вот здесь смог уже найти. Ладно, остальное я обрежу. Вот она загрузилась. Все, программа загрузилась, она всегда долго запускается. И здесь у нас тестовая карта уже сразу же прогрузилась. Мы можем тут что-то делать. Где тут? Я вам не буду показывать, как свои карты создавать. Я в этом абсолютно не шарю. Но это довольно-таки сложно. Но это надо уметь делать. Это гораздо труднее, чем создать мод на когда соседа. Где тут? Так, вот папка. Здесь у нас папочки контент. Акт 1, акты. Ну это, короче, из оригинальной игры вроде как. Акт 1 у нас это что? А это все карты тоже из оригинальной игры. Альфа 2, хаос, сосед, сплэш. И короче, у меня тут сразу же открыта папка плуджинс. Вот здесь вот появляются те карты все. И да, что-то она не отобразилась. Что-то тот мод не отобразился у меня. Опять. Так что давайте все-таки перезакинем его в этот, в Content Maps. В плуджинс оно действительно не всегда отображается. Импорт нажимаем, чтобы файл отобразился потом. И вот здесь вот контент Maps. Вот здесь открываем Maps. И вот наша карта. Нам надо контент. Где тут запускать-то надо? Или Resources. А, вот Maps. Через Maps надо запускать. Вот так вот открываем. Ну, короче, вот такие вот файлы. Это запускные файлы. Нажимаем два раза я, но и пойдет загрузка. Чем сложнее карта обустроена, тем больше будет загрузка. Тем дольше, в смысле, она будет. Давай, 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 грузись, ну пожалуйста, ну быстрее, а. Вот все медленно сегодня загружается, вот все. В сегодняшнем обзорчике. Прототип сегодня нам скинули. Но, судя по картинкам, там реалистичный стиль рисовки. Реалистичный стиль рисовки у нас часто подгружается долго.
Вот, ассеты всякие оно подгружает. Для этой программы компьютер желательно помощнее. Так, и дальше вот, вот карта наша почти загрузилась. Желательно это вот эти вот надписи все Compiling Shaders и Building что-то там. И это все лучше надо подождать, пока оно полностью прогрузится, и только тогда уже запускать карту. Building, вот это все прогрузилось, это все прогрузка объектов и это Compiling Shaders. Это все тени, там все объекты. Что-то только карта у меня загрузилась довольно-таки проблемно. Где эта текстурка дома, где все это? Может, оно, конечно, появится после того, как что-то солнце тут отображается. Может, оно появится после того, как вот это вот дело все прогрузится. Прогружаются они довольно долго, поэтому давайте чик-чик подождем. Короче, чтобы прогрузилось все, понадобилось минут 10 где-то. Но что-то текстурки мне эти не нравятся. Вот. Прогрузилась трава. А так вот сам дом что-то не прогрузился. Короче, чтобы начать игру, открыть саму карту, лучше это запускайте вот это вот. Нажимайте кнопку Play, Standload Game. Или просто нажимайте Play. И после этого пойдет загрузка карты. Откроется сама игра. Да блин, опять она ругается. Что-то. Просто нажимайте да, если у вас что-то подобное вылезет. Ждем, когда карта загрузится. Загрузится она у вас изначально вот в оконный режим. Чтобы в полноэкранном режиме играть, то подождитесь, когда кончится загрузка карты и нажмите F11. Эта кнопка во многих программах переключает полноэкранный и оконный режим. Давай, давай, грузись. Грузятся они тут дольше, чем в Steam. Ну, когда из мастерской Steam качаешь. Когда из мастерской Steam качаешь, они гораздо быстрее грузятся. Здесь что-то долго. Переход между картами иногда тоже бывает долгий очень. Так, загрузилась карта. Понадобилось где-то еще 5 минут. Давайте еще раз выйдем из полноэкранного режима. Еще сделаем тише. А, или вот это надо было тише сделать. Прогресс в нем останется сохраненным. Короче, во-первых, чтобы надо выйти вот так вот. Он вам выдаст ошибку. Что типа файлы, как бы главное меню игры не найдено и все такое. Ну и короче, когда вы в следующий раз запустите этот мод, у вас тоже все то же самое, все открытые эти двери будут, тот же вон телевизор, который я кинул на диван. И короче, чтобы заново играть в этот мод, сбросить прогресс, надо сделать вот так. Вот здесь вот Hello Mod Kit. Короче, вот Hello Neighbor. И вот Saved. И выбираем Save Games. Удаляем все это дело. Я не знаю, как сделать так, чтобы не все моды сразу убрать сохранение, а по отдельности. Но, в общем, вот так вот. Таким способом убирают все сохранения из модов. Вот если я сейчас запущу, там прогресс уже сбросится, все начнется заново. В общем, я вам надеюсь, что показал. Надеюсь, вы поняли. Будет еще много модов по «Привет соседу» на моем канале. Сорян, что такой выпуск томительный немного получился, потому что много чего приходилось ждать. Ну и в общем вот так. Всем спасибо за просмотр, с вас и господь присутствует, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой стримский канал, субтитры ВКонтакте и всем пока.